дети, находящиеся на совместном пребывании, и палата интенсивной терапии для оказания помощи недоношенным и детям, которые родились с проблемами, на 3 койки. Собственно, роддом, становление идет давно. Мы прошли этап, когда были выездные ургентные врачи, когда не было круглосуточных постов, реаниматологов, неонатологов, лаборантов. Сейчас мы пришли к тому, что мы работаем командой. И условия, которые созданы для нашей работы, в общем-то, на сегодняшний день впечатляют. Это, во-первых, профессионализм, команда, круглосуточные посты всех служб и условия для работы, плюс новое оснащение. Потому что дети новорожденные очень беззащитны. И любая женщина, любая семья, приходящая в родильный дом, в общем-то, рассчитывает на результат, на счастливую семью, на счастливого, здорового и крепкого ребенка. Иногда случается не так, как хотелось бы. И наша задача – дать шанс этому ребенку, чтобы он не только выжил, но и жил здоровым, полноценным членом нашего общества. Я благодарю всех, кто принимал участие в этом проекте.